Марата Шишкина будем делать. Сейчас погрузится, приду. СРПГ зарядите все бабыши. А, прикинь. Тебе паспорт ты поставишь, там пойдет. Или позвони, узнай, найди. Блин, а что я спили? А? Стоп. А? Да ты что, 15 лет забыла, блядь, почему? Почему? У меня последний паспорт стоял. А, пошли такой. Сейчас мы охуеем дружно. А? Я думаю, охуеем дружно, если у нас нет. Да. Да нет? Нет. Бери список рождения, иди завтра. Да. И этот, узнай за меня. Ты можешь так паспорт принести или на форму взять? Ага. Завтра не едь, ты найди. Дубльгиз же есть у тебя? Найди в Дубльгизе. Нёля, прогуляйся. Я уже позвонить, что ты сейчас пойдешь, а тебе скажут, гуляй, Вася. Или Петя. Или кто-то. Ну. Это мы с тобой бездетные по паспорту. Мы захватываем точку 1. А? Ну, так не знаю, мне надо, короче, этот. Как его? Мы захватили точку 1. Да. Противник захватил точку 2.
Вижу противника. Да ну нахер, блядь. Нас попали! Да, блядь. Ебаный варьер, блядь, еще для нас. Противник захватил точку 5. Нам хорошо досталось. Ты пошел? Заряжай в тур. Нас попали. Ебать, я не могу. Thank you.
охренение, блядь.
захватываем точку 2. Контакт. Вражеская техника. Ёбаный, блядь. Не, как ничего нету, блядь. Если займете точку, штаб пришлет бомбардировщик.
Мы обнаружили несколько свободных зонов. Займите эту точку, и штаб пришлет противотанковый взвод. Мы захватили точку 4. Вот он тут. Ай, слышите еще? Я захватил точку. Понял, земля. Куда отправлять беспилотник? Нас пиздец, я не зря, блядь, идем нахуй. Thank you.
Еду читать. Что за хуйня на ДТ? Противник захватывает точку 2. Мы захватываем точку 1. Противник захватывает точку 3.
Противник захватил точку 2. Да ебаный пидор, блядь. Да, ништяк, я прорвался. Противник захватил точку 5. Вижу противника. Отходите, Заря! Попадание!
Что же спит, блядь? Противник захватывает точку 6.
захватывает точку 7. Yeah.